У мужа что-то хуй совсем не стоит. Пошла в аптеку, купила там Виагру. Врач говорит, по одной ложке в еду. Жена думает, да хуля одну, надо побольше ебануть, круче будет. Пришла домой, поставила варить пельмени, сыпанула туда бесконечное количество Виагры, ушла переодеваться. Переоделась, зашла на кухню, а там пельмени мужа ебут.